Я что хочу сказать, отзыв. У меня было тяжелое заболевание Паркинсона. Уже было второй степени. Начинается оно третье, вторая, потом первая и человек-растение. Здесь меня весь Талгар знает. Обо мне репортажи делали, и КТК, и блогеры, вот этот Валера Кудрявцев, ну, и Ренат Ибрагимов. Потом с ними Жанарочка, вот они все меня и снимали, и везде показывали. Я ходить почти не могла, я ходила вот так вот, девочки, руки вот так тряслись. Я ложку брала, она вылетала. Я пропила куркумин, да, вот они мои руки, да, нет у меня, нет. Я теперь в больницу вообще не хожу. Все, поздравляем. Зоя, сколько пропили? Я пропила, как сказать, один курс. 3 месяца. Да, и вообще, я не знаю, для меня это такое чудо. Стой, не уходи. Дождались мы Валерию. А вот Зоя пригласила Валерию.